Давайте попробуем. Я просто только проиграл, что мне уже не жалко, честно. Ну вот один апгрейдик, можно... Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я закинул 5000 рублей на EasyDrop. У меня там был какой-то промокод личный за то, что я депл. У меня получилось 7679 рублей. А также закинул на WonderCase 5000 рублей по своему промокоду NKLR и получил 6250 рублей. Какой-то баланс у меня лежал. Ну что, будем проверять, какой сайт мне лучше выдаст 5000 рублей. EasyDrop у меня уже давно не был на проверке, а на этом канале, в принципе, давно не было битв сайтов. То что, полетели с EasyDrop начинать? Давайте со старта откроем все бесплатные кейсы. Это по-любому нужно сделать. Вот так быстренько открываем. 85 копеек, 11 рублей, 1 рубль, ну классика для изи-дропа, полетели дальше. Вот бесплатки, ну кстати, 80 рублей, неплохо, бесплатки на самом деле в последнее время на всех сайтах стали хреново выдавать. Но хуже всего, мне кажется, выдают на КБ, вот там прям слив жесткий очень. Так, аж 36 рублей, ну неплохо, давайте дальше. Так, дальше у нас идет четвертый кейс, также открываем, 26, еще один 26 и последний 95. Ну хреново, а пятый я могу открыть или не могу? Наверное нет, да. Ладно, на балике 8100 рублей, ну нормально, депнул пятерок, получил 800 на балансе, в принципе приятно, но теперь нужно окупаться. Давайте со старта, изи тайная, 5 штучек на 2000 рублей. И я надеюсь, что мы поймаем что-нибудь крутое тайное, не одно говно, пожалуй. А, мы вообще тайное не ловим. Ну ловим, но одно, и это проклятие Анубиса, как будто это говно. Да, 722 рубля, ну ладно, давайте это все дело продадим, вот так вот, а на вот это сделаем апгрейдик. Ну я думаю x2 и попробуем это уже оставить для вывода, если все получится. Давайте вот такой юмпламя, 43%, ну надеюсь, что выиграем, все, что могу сказать. Но кажись, мы, сука, проигрываем, ну не знаю, как будто апгрейды на изи-дропе какие-то, ну не знаю, хочется сказать, что прокрученные, но просто реально много сливает. Ладно, ледний кейс номер 6, давайте 5 штук на 2500 рублей, посмотрим, как тут будет вести. Давай, родной, вы давай, пожалуйста. Так, ну ножик явно пролетит. Ну, что-то по ощущениям одно говно. Ну, хотя, может, здесь есть что-то дорогое, я просто не знаю. Да не, одно говно. Ну, давайте МАК-10 жар попробуем. Ой, зачем я один-то продал? Ну, ладно, попробуем апгрейднуть его на... Ну, на косарик. На косарик, да. Если что, косарик для вывода уже оставить. С нулем с изи-дропа уходить точно не хочется. То есть прям заигрываться бешено я как-то не очень хочу. Сегодня, да, блин, я не знаю, пацаны, но вы не знаете, я на изи-дропе все апгрейды проигрываю. Но типа из 10 9 проигрышей стабильно. Как будто какая-то хрень тут с апгрейдами полнейшая. Ну или мне просто не везет, такое тоже возможно. Изи-перчатки, одну штуку, еще одну, еще одну. Еще баланс завис, я его не видел, но там хреново все по балансу. 2500 рублей на балике, перчатки мы, к сожалению, не выбили. Давайте еще раз летний кейс номер 6. Сколько я могу? 5 штук могу, 5 откроем на 2500 рублей. Ну, я надеюсь, хоть что-то жесткое выбьем. Ну, хоть что-то сегодня можно поставить на вывод. Хотя бы там, не знаю, за 1002. Ну да, бабочка не долетит явно. Ну чё, перчатки тоже не долетают. Ну, 2200, так-то на самом деле есть что-то жесткое. Давайте глок оставим. Хоть его выведем, потому что на изи-дроп такой сайт, что лучше реально хоть с чем-то остаться. А на по 2000. Ну, попробуем еще один апгрейдик. Мне просто интересно, вообще реально могу выиграть здесь апгрейды или нет. Музей элиты, 47% полетели. Дай бог выиграем, все, что могу сказать. Пролетает. Да не, ну честно, не верю, не верю. Какая-то хрень. Ради интереса на глок делаем апгрейд, но мне кажется, какой-то здесь подкрученный апгрейд. То есть я на КБ ною на апгрейды, я на всех сайтах ною на апгрейды, но все равно я там понимаю, что я периодически, сука, выигрываю. Тут это просто, это без шансов. Вот мы это тоже проиграем. Не, выиграл. Ну ладно, хоть что-то выиграл. 2000 сегодня есть, спасибо. Да, 500 рублей, далеко мы не уйдем. Давай одну штуку. 40 рублей. Сука, как же хреново, 146 рублей осталось. Давай тебя одну штуку. Ну, 174, неплохо. Ну чё, может еще один апгрейдик хотя бы на косарь выиграем? Ну, кстати, было бы реально классно. Не, не, вот надо до 1000 поставить, вот так вот. До 1000 ставим и давайте, не знаю. И давайте какую-нибудь такую ЦЗшку, 16%. Ну, было бы классно выиграть, но при этом я понимаю, что шансов немного. Ну да, мы, естественно, проигрываем. Ну, в теории можно еще на калашек сделать апгрейдик. Например, на 3000 рублей шанс будет хороший. И вывести, ну, трешечку вывести хотя бы. Было бы классно. Вот АОП боец 62%. Давайте попробуем. Я просто только проиграл, что мне уже не жалко, честно. Ну, кстати, вроде выиграл. Да, отлично. Ладно, 3000 выиграем. Ну, давайте этот авик поставим на вывод. Ну, сука, СМ в минусе, ну ладно, хоть что-то выведем, чтобы, если что, на вандере мне нужно было поднимать не десятку минимум для того, чтобы остаться в нуле, а там, ну, 1007, и мы уже будем в нуле. То 3000 с изи-дропа мы выводим. И, получается, ждем, пока нам придет трейдик на аккаунт с лилушем, потому что на вандере я депл на свой твинк. Так, прошло где-то минут 5, мне уже залетает мой АВП-боец, и мне интересно, сколько этот авик стоит по стиму. Давайте глянем. Ну, там, кстати, еще две наклейки вроде неплохие. А по стиму, ну, 3100, ну, кстати, 3 тут вывожу, и 3 по стиму.
Steam, да, вывод на издробь тоже, конечно, не классный, но хотя бы наклейка за 200 рублей. Ладно, полетели на Вандеркейс, на Вандеркейсе у меня балик 6289 рублей, ну что, давайте со старта какую-нибудь дачу, 5 штук на 2450 рублей. Так, с первых 5 кейсов нам падает, ну, как на изидропе, говно полное, давайте еще 5 штук, мейби со второй попытки, но уже получше, 2300, но все равно это минус, сука, а плюс будет сегодня? 200, еще один, так, дигл, ну вот, ну 200 все равно хреново, что-то алло, Вандер, ну давай ты мне сыпать начнешь периодически хотя бы, пожалуйста. Ну вот, вот это плюс, да, 3600, отлично, еще 5, ну надо еще разочек так же окупиться минимум. Сука, еще 5, так, опять минус, ну что-то дача, вообще дача хороший кейс, который обычно меня купает, но сегодня вообще не хочет. Ладно, давайте попробуем тогда YouTube кейс покрутить быстренько и, надеюсь, выбьем отсюда что-нибудь мощное. Вот какой-нибудь глок гамма-волны выбить, вот оранжевое пламя стоит здесь 5000 рублей, ну или там 4 с чем-то. Короче, есть здесь жесткие скины, но, что логично, их нужно еще перед этим выбить. Да, просто так их не получить, их нужно выбить из кейса минимум. Да, что-то Вандер как на изидропе, я смотрю. Ну, пламя дракона 1100, давайте, не знаю, апгрейдик сразу на 2000 рублей вот такой вот попробуем. И вот дигл Крау Путина на 47%. Ну, было бы классно выиграть, но, сука, проигрываем, хреново. Не знаю, мне кажется, можно еще позадротить в YouTube кейсе, потому что, ну, я знаю, что этот кейс иногда может выдать джекпот, но здесь нужно, чтобы просто немножечко повезло. Да, но мне что-то вообще не везет. Ну, хотя он и сливает что там на 70 рублей, ни о чем. Ну, вот сейчас даже плюс, хоть и скин говна упал, картель говно, еще один. Ice Cold, говно, еще один, давай, панель управления, говнище, еще один, вот, скоростной зверь, но я не буду, это апгрейд балик очень маленький. Сука, МП-7 градиент, еще один. Ядерная угроза, вот, я говорю, можно отсюда выбить, если немножко начнет вести. А, кислав, говно, еще один, а, зеленое яблоко, отлично, так, а вот на эту новую уже можно сделать апгрейдик, например, на 4000 рублей. Ну, давайте, например, АК красный глянец, у меня такого калаша никогда не было, 38%, и вроде как мы этот апгрейдик выиграем, отлично. Так, 4000 тут, на балансе 2400, но пока мы считаем в нуле, у меня и было около 6000 с промокодом. Ну, нормально, нормально, меня все равно устраивает. Так, сейчас можно по... А, давайте еще все бесплатки откроем, я вообще про них забыл. Все бесплатки-то за деп надо тоже открыть. 4 рубля, ну как на изидропе, тоже говно упало. За 500 давайте, тут что нам падает? Песчаная буря, 33, тоже говнище. Не, ну хотя бы не по 5 копеек, как на изидропе. Но там иногда, ну, справедливости ради, там тоже периодически кейсы выдают. Тут они более стабильные, то есть всегда выдают в каком-то одном радиусе. Но в любом случае нормально. Ладно, 2800 на балике. Давайте аномальная жара. Одну штуку откроем, посмотрим, как вообще будет сыпать. Так, механопушка, говнище, еще один. А ты, сука, а че не топливный инжектор? Вот мог бы и топливный инжектор выдать, я бы был бы рад. 1400 взгляд в прошлое, НТСК прямо завода, походу. Мне она, честно, нахрен не нужна. Но я не хочу на нее делать апгрейд. Знаете, что мы сделаем? Мы ее заменим. Заменим на какой-то более крутой скин, например. Например, на такой кал... Не, ну калаш уже есть, на самом деле, калаш бессмысленно. Вот такую эсочку механопушка, мне кажется, хороший вариант будет. Все, 1400 и 4000 у нас лежит в инвентаре. Получается 5400 и косарик на балике. Но хочется, чтобы на балике было побольше, конечно. Потому что пока, ну, мы объективно просто в нуле. А, давайте сейчас попробуем TikTok кейс, но я отсюда вылупился, думаю, можно пооткрывать его. Так, ядерный сад, 730, отлично, еще один. Птичьи игры, 213, говно, еще один. Так, сит-мит, нормально, 430, это плюс. Маг-10 индиго, а, я думал, ты косарь плюс стоишь, ну ладно. Так, коробка с игрушками, 339, это минус, еще один. Это опять минус, еще один, обезьяне дело, 184, Вандеркейс, пора выдавать, 652, давайте апгрейдиком попробуем сделать, да не знаю, 1200, давайте просто x2, ну почему бы и нет, вот так вот, дигл вот такой вот, 45%, и мы этот апгрейдик вроде, мне еще колесико лагает, выигрываем, отлично. Так, в инвентаре у нас лежит 2600 плюс 4, короче 6600 и на балике 720, но мы в плюсе на Вандере. Ну, в общем, сука, если я сейчас поставлю все на вывод, мы просто будем в нуле за ролик, что, мне кажется, супер неинтересно и скучно будет. То, может, сейчас, если ничего из кейсов жесткое не выбьем, 839, отлично. Можно в конце будет сделать какой-нибудь жесткий апгрейдик, maybe, типа, на... Хотя можно вот прямо сейчас сделать, у нас будет хороший шанс. На 10 тысяч рублей, например, сделать апгрейдик. Давайте сейчас еще что-нибудь одно откроем. Можно даже, наверное, 4, ну, 3 вот так открыть. Надеюсь, упадет что-нибудь хорошо. Вот в идеале бы реально тут хорошо окупиться. Но вроде падает неплохо. ФАМАС окупает, АУК, мне кажется, нет. Ну да. Но 440, отлично. Мы сейчас как делаем? Только доступные вот эти все вещи продаем. Оставляем себе калаш красный глянец. С него будем делать апгрейд на 10 тысяч рублей. Ну, какие-нибудь там вот такие вот перчатки вывести было бы классно. И получается, добавляем баликом. Ну, сколько? 3951 будет нормально. Ну чё, пацаны, делаем такой апгрейдик. Если выиграем, то мы сегодня, ну, не прям в бешеном плюсе, но будем в хорошем плюсе с двух сайтов. Пожалуйста, родной, можешь мне выдать? Ну вот один апгрейдик, можно...
Пожалуйста, не, фу, я думал в моменте, что прилетит. Мы выиграем этот апгрейдик и, естественно, ставим эти перчаточки, мужики, на вывод. Ну ладно, нормально. С учетом, что я сегодня на изи-дропе все-таки умудрился вывести, получается, 3000. Короче, на вандере мы, получается, отбили 2 депа, как раз 10 тысяч выбили, а на изи-дропе чуть-чуть плюсом сверху забрали, получается, 3000 рублей. Ну, нормально, нормально, главное в плюсе. Пацаны, не прошло одной минуты, мне уже залетают мои перчатки, и мне интересно, сколько они стоят по стиму. Так, 11 133 рубля. Ну, на вандере десятка, ну, кстати, не так классно. Иногда вандер спокойно в плюс 5000 выводит. Но, в принципе, тоже неплохо. Самое главное, что вывели перчатки с 5000 рублей. Хоть и закалка, бах, не супер классный. Самое главное, что мы сегодня в плюсе. Если я захочу, я могу это все продать в хорошем плюсе. То, в принципе, это не важно. Принимаем перчаточки и спокойно на этой ноте будем заканчивать ролик. Нормально. Сегодня, получается, по стиму вывели мы 14 тысяч. Депнули десяточку. В принципе, в плюсе, считай. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про бесплатный кейс за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю.